рассмотрев материалы уголовного дела, обсудив доводы, приведенные в апелляционных жалобах в дополнение, выслушав стороны суда апелляционной инстанции, проверив по материалам уголовного дела законность обоснованности справедливых приговора, руководствуясь статьями 389, 13, 20, 28 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции постановил приговор заводского районного суда города Саратова от 5 апреля 2017 года в отношении Тощего Сергея Александровича, солдата Артура Азаматовича, изменить, смягчить Тощего наказание по пункту Г, часть 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, до 1 года лишения свободы. В соответствии с частью 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, окончательно назначить наказание по совокупности преступлений под путем поглощения менее строгого наказания, более строгий вид лишения свободы сроком на 1 год, сбывание наказания в колонии поселения. Смягчить солдату наказание по пункту Г, части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации до 6 месяцев лишения свободы. В соответствии с частью 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно назначить наказание в совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгого, ведь лишение свободы сроком на 6 месяцев буквально наказания в колонии поселения. В остальном приговор в отношении Тощего и солдата оставить без изменения апелляционной жалобы дополнения к ним без удовлетворения. Также вынесено решение об оплате труда адвоката Паршакова. Осуждение вам понятно, примите. Да. Ну, считаю приговор совершенно справедливым, но действительно на полгода им смягчили наказание. В принципе, я говорил о том, что я не хочу более жесткого наказания. Но смягчили, ну ничего страшного, главное, чтобы эти люди исправились. А вот теперь-то я их простил. Все, ребята, я вас прощаю. Больше так не делайте. Надеюсь, что места лишения свободы вас исправят. И больше вы близко человека не сможете ударить и не позволите себе ударить своими руками и ногами.